Всем привет, друзья, с вами снова Гуф-Гуф, и на этот раз я вместе с мистером Зимесом сегодня поиграем в Tower Defense. Во-во-во-во-во-во-во, так, сразу баблишко, сразу давай-ка я буду выставлять вот этих охотников. А это кто такой? Кто это такой? Фрост Бластер, нифига себе, какой-то крутой, у него звук такой, какой-то пушки, электрической, даже не знаю, что за такой, ну, короче, интересная пушка, интересный герой, я его, если честно, впервые пока что вижу, пока что не встречал, возможно, какой-то крутой. А, так, стоп, а откуда мобы идут? Только с одной стороны, походу, или с двух? Не, пока что я вижу с одной. А, слушайте, а мне очень интересно, а куда и в какую сторону они будут поворачивать, сюда вроде бы, или нет? Не, ну если тут все вот эти будут с одной стороны идти, то, ребят, то мы сейчас на изи затащим. Так, во. Пока что справляемся, но пока что траблы с баблишком. Сейчас надо будет прокачать хотя бы чуточку прокачать охотника, чтобы он раскрывал невидимых юнитов, не юнитов, а вот этих зомбарей. Чтобы они не пробирались, как в прошлом ролике, ребята, очень много, очень большая такая великая толпа невидимых врагов просто пробралась к нам на базу, но все равно мы как-то выжили, все равно выжили, но если бы не эта толпа, то, возможно, было бы намного лучше, мы как-то быстрее бы справились. Так, что тут по баблишку? У меня, если я сейчас 650 золота потрачу на вот эту штуку, и потом 1000 надо будет, нет, лучше, может, мне прокачать пока что вот этих. Да, давай-ка я пока что вот этих поставлю. Я думаю, будет нормас. И я думаю, будет нормас. Вот двоих ставлю. И двоих сейчас прокачаю до того уровня, чтобы раскрывать невидимых зомбарей. Наступают новые зомби. Во-во, тише. Это кто? Медленный. Окей, медленные — это не проблема. Самое главное сейчас... хоть как-то... Вот, 200 голды. Ой, точнее, 200 баксов нужно. 400 баксов, и сейчас у меня два юнита будут, которые будут раскрывать вот эту невидимость. Так, сколько урона наносит мой охотник? Блин, добавили бы какую-то тут точную инфу, сколько тут урона. Во-о-о, буст 1000. Скорости атаки, серьезно? Или что это? Что это за буст такой мощный? Плюс 1000%. А, нет, 10% всего-то. А, поставили вот этого командира. То есть я уже, ну, мне больше нет смысла копить на командира. Я вот думал, сейчас поставлю командира. Ну ладно, раз уже есть командир, пускай будет. Окей, теперь давайте накопим баблишком на вот этих вот. Командирушка, ты моих... Да, он... благословляет своим бонусом 10% скорострельности. Это очень хорошо. Так, пока что мы справляемся на изи. Мы взяли, ребята, нормальный режим. То есть, ну, не самый сложный и не самый слабый. Короче, такой средний режим. Там вроде бы обычный он назывался или как. Я, короче, не помню, но для того, чтобы на видосик, вот, как раз норма. Эксперта будем проходить чуть позже, когда я прокачаюсь нормально, когда будет у меня много юнитов хороших. Потому что мы не справляемся. Точнее, я не справляюсь. Вот, никак не везет. Только справляемся, когда с нами чуваки очень больших уровней. Так, ставим сюда. Почему оно не ставится? Алло. Во, хорош, поставился. И тут у меня еще хватает на несколько вот этих юнитов. Я сейчас вот так вот могу поставить. В принципе, будет неплохо смотреться. Так, это кто? Охотник. А там кто? Так, чат надо скрыть. Вроде бы никто ничего не пишет. Во-во-во-во, выносим. Как-то выносим. Как-то справляемся. Вот, уже 1000 баксов. Сейчас мы еще разочек улучшим. И у нас будет один охотник, который будет пробивать также невидимых чувачков. Вот. А, это обычный босс. Обычный. Хорошо. Ну, пока что вроде бы все нормально. Пока что идет все как... как на картиночке. Как по сюжету, ребят. Они идут, потом умирают. Наши потом радуются. Воу-воу, тихо, ты посмотри, как он далеко дошел. Так, что-то я вижу, наши потихонечку начинают всирать. Окей, он уже очень далеко достает. О, это кто?
полицейский, хорошо. Полицейский, это хорошо. Вот, невидимки, пошли. Пошли невидимки. Сейчас вот эти два их все равно не пропустят. И вот этот тоже очень много урона наносит. Сейчас, если еще разочек прокачает, то у него плюс 4 урона, это тоже неплохо будет. А скорость стрельность там улучшится или нет? А, плюс 4 рейнджа. Ну, 15% скорость стрельности, то есть этот командира потихонечку апает. Где этот командир делся? А, я не вижу командира. Где он? Он что, удалил командира? Серьезно? Зачем? А, не, есть. Блин, я думал, Зимас удалил. Я уже подумал. Воу-воу, пошел бонус. Я не знаю, что это за бонус. Что он дает, но он, походу, очень сильно увеличивает скорость атаки. 45%! Ты серьезно? Воу, ничего себе. Не, ну прикольно, прикольно, прикольно. 45% скорость атаки, это замечательно. Так, давай-ка я вот этих сейчас прокачаю. Хотя бы до второго, до первого уровня. Точнее, не до второго. Тут можно уже до второго даже. Сейчас мы вот-вот-вот-вот их прокачаем. Все хорошо. Так, что тут по скорости? 15%, окей. Вот это тоже достает. Все отлично. Пока что все отлично идет, ребята. Что тут у меня по... А волна 16-я. То есть мы уже почти 15% прошли. Ну, как-то быстро, очень быстро это все двигается. Так, надо бы как бы вот этих юнитов побольше заспавнить. Денежка есть. Есть возможность. Так что ставим. Вот это все. А, тут нельзя поставить. Ну, окей. Окей. А тут можно? Давай-ка вот сюда. Ты, блин, ты посмотри. Окей, и еще одного можно. Ты, блин, а ну-ка. Есть, хорош. А, теперь у меня 890 баксов осталось. А на что же их потратить? Я даже не знаю. Я даже не знаю. Ну, скорее всего, просто на улучшение вот этих героев. А на что же еще? Ого, как шумно. Во-во-во-во-во, пошла скорость атаки. Так, сколько тут процентов? 45, нормально. Неплохо. Во-хо-хо-хо-хо. Смотрите, он просто всех-всех-всех юнитов ускоряет. Мистер Зимес 113 уровня. Я только что заметил, что он 113 уровня. Хрена себе, демон. Ничего себе, демон. Так, окей, давай-ка я сейчас... Так, этот второй. Давай-ка я хотя бы еще разочек качну, чтобы у меня были два юнита, которые будут убивать невидимок. Это кто такой? Некромансер. Ну, некромансер сейчас просто рассыпется. О, смотрите, раз. И он рассыпается. Отлично. Так, командир очень-очень часто что-то бафает. Наших вот этих союзных челиков. Так, а куда же бы тут еще поставить? Вот тут вроде бы можно. Сейчас мы его вот сюда вот. Вот этих надо улучшить, а то они как-то нулевого уровня, совсем неинтересно с ними играть. Окей, все, супер. Так, у меня тут есть какие-то еще нубики. Е нулевой уровень. Прокачать. Все, все второго уровня. Отлично. Не, ну у меня еще очень много слотов есть. То есть я сейчас смогу еще очень много юнитов выставить. Я не знаю, есть смысл вылаживать и их тут выкладать. Или, ну, как я тут объяснить это все. Ну, не вижу пока что смысла. И так пока что справляемся. А лучше пока что прокачать тех, что есть. Или не? Даже не знаю. Даже не знаю, ребят. Вот лучше толпой гасить или лучше качеством. Качеством. Вот один может быть сильнее, чем вот там трое, например. Ну, что-то мне кажется, что лучше качеством тащить, а не толпой. Хотя есть такая поговорка, что... Блин, я не помню ее. Я ее не помню, как она звучит. Но что-то там говорится, что толпой и льва выносит. Что-то типа этого. Вот, и тут, короче, давайте толпой будем гасить. Ребят, тут неплохие бонусы от вот этих. К сожалению, я не смогу вот сюда вот поставить. Так, тут можно поставить? О, можно, хорош. И тут можно. Полюбасу. Все. Сейчас давайте я максимальное количество поставлю. Вот этот 100% он достает до вот этого еще. Да, достает. Ого! 4500%. Было бы круто, если бы так действительно было. Но это просто бах. Бах отображения. Отображение. Так, давайте я вот сюда вот наставлю их.
Так, отлично. И вот сюда, вот так, чтобы вот этот командир их захвачивал, чтобы вот эти юниты попадали в радиус поражения вот этого, точнее не поражения, а радиус захвата командира, чтобы они ускорялись также. Так, я сейчас пока что наставлю кучу юнитов. Так, он будет? Да, он тоже еще попадает под радиус. Отлично. Так, тут этот уже, наверное, не попадет. Давайте я его выставлю. Нет, попадает, серьезно? Ну, окей, будем самых крайних качать, чтобы они доставали. Так, ну, для начала надо выставить... А, только 20 юнитов, все. Это последнее. Ну, в принципе, я вот этих могу удалить нафиг. Они уже больше не нужны. Они слабенькие очень. Раз. Два. И улучшаем их. Давайте до третьего уровня. Окей. Тут до второго. И вот тут вот этих тоже я до второго пока что прокачаю. Да, до второго уровня. Вот этих всех крайних надо их вытащить по уровням, чтобы они доставали вот этих. Не, ну это на изи, ребят. Волна 27-я. Мы тут мало что прокачались, но уже просто выносим. Выносим жестоко. Так, вот этот совсем стоит, смотрит. Давайте я его еще качну. Так, вот он уже так далеко достает. Так, и вот этого выносим. Так, что тут выставляет мистер Зимус? Мистер Зимус, смотрите что. Он разведчиков наставил. Я не знаю, есть смысл ставить разведчиков или нет. Снайпер, это походу мистера Зимуса. И изгои, тоже походу мистера Зимуса. А кто с нами третий играет? А вот, Ауфун. Ну он, а, я понял, это не мистер Зимуса, это все Ауфума. А, так, ребят, я вижу, что тут немножечко уже пожестче пошли противники. Мы их тут еле выносим. А сейчас я вот это все вот прокачаю. Так, тихо, я не того взял. Вот, вот так вот. И вот этого вот. Вот так вот. Все, хорошо, отлично. Не, ну неплохо, неплохо, слушай. Да, прикольненько, прикольненько. Тихо, тихо, тихо. Я вот это вот все выставляю, прокачиваю. И вот это надо прокачать. Не, ну, пока что я не буду качать их на третий уровень. Пока что прокачаем их всех до второго уровня, чтобы у меня совсем не было нулевых вот этих мобов. Юнитов, точнее, не мобов, а юнитов. А, так, ну, вроде бы все прокачаны. Нет, 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 я вижу, вот тут вот есть ребятка. И вот этих вот задних можно качать на третий уровень и выше, потому что они тут стоят, смотрят, даже не участвуют в стрельбе. Давай-ка, давай-ка, вот так вот, все. Не, ну пока что, ну, 10 волн осталось, а мы тут их даже не пускаем, вот они дальше центра просто не доходят. Если честно, я даже, мне вот даже любопытно, куда они пойдут, в какую сторону. Сюда, вот этот желтый портал или... ХЗ. Куда они могут пойти? Ну, короче. Короче. Так, ну что тут? Я тут вижу очень что-то сложное идет. Походу, вот эти мобы сейчас проберутся. А, не. Так, сколько там уровней? Жизней. Воу-воу-воу, босс. Кто это? Некромансер. Ага, некромансер ушел. Во! Ха, они сюда идут. Я так понял, они сюда пойдут, потом сюда, 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 и потом вот сюда. Не, ну если они будут так делать, то они вряд ли дойдут. Вряд ли дойдут до конца. Вот полюбасу, они сюда не дойдут, если они таким путем будут двигаться. Ладно, давайте задних будем качать на дальность. Ренджа и урон. Ого, давайте одного максимально прокачаем. Этот максимально, он с лазером. Окей, я буду понимать, какая разница между ними. Вот этот уже максимальный. Задних сейчас подтянем. И вот этот уже максимальный. А давайте теперь будем вот этих задних до 4 уровня качать. У меня денег уже хватает на все. 32 волна. Почему-то очень долго все движется, если честно. Ого, ого. Так, улучшаем. Ого, смотрите, что творится. Не, ну неплохая дистанция у него. Смотрите, как он далеко достает. Почти под спаун мобов. Так, тихо, 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 тихо.
Так, ну такое себе. Ну такое. Я бы не сказал, что мы слабенькие, но. И не самые сильные, если честно, если бы мы были такие все, как вот мистер Зимус 113 уровня, то они бы вообще вот дальше вот этой синей полоски не доходили. Возможно. Я так думаю, я так только себе представляю. Так, хорошо. Так, этот пятый. Опа, четвертый уровень. Прокачать. Этот какой уровень? Четвертый уровень. Прокачать. Этот крайний. Третий уровень. Прокачать. И этот третий. Второй. Нифига себе, какие у меня еще нубасы есть. Даже второго уровня есть. Так, пятый. Хорошо, его трогать не будем. Третий. Прокачать. И походу я вот этого последнего еще прокачаю. И все, мне баблишка не хватает больше. Сколько у меня тут? 35-я волна, и я уже почти всех прокачал. Только вот эту пачку осталось. Да, я походу до конца всех не прокачаю. А вот этих пока что качать не буду. Они и так тут достают прям вот с самого спауна. А вот этих, ну, сдалось бы прокачать. Вот, раз. Так, вот это убираем. Вот это убираем. И вот это вот. Тоже вот, все, нафиг прокачиваем. Что тут осталось у меня? Второй. Так, ребят, тут небольшой такой технический перерыв был. И тут мы уже достигнули 37-й волны. У меня уже 30 тысяч баксов. Я сейчас, вот прямо сейчас, могу прокачать всех до максимального уровня. Что-то мне кажется. Так, вот. Даже второго уровня. Тут нубики у меня еще есть. Были точнее. Так, это пятый. Второй прокачать. Второй прокачать. А нет, я всех не прокачаю, мне не хватит бабличка. Если честно, что там мне кажется, что не хватит. Так, второй. Вот, что у меня так много вторых уровней? Алло. Что я такой плохой управляющий? Что я за ними не слежу? Так, что тут? Блин, я... Сразу вот так вот не распознаю, кто тут второго уровня, кто тут пятого уровня. Вот так вот сразу в глаз не бросается мне, кто тут прокачан, кто нет. Во, смотрите, какие вот эти вот робокопы крутые. Так, и вот эти вот ребятка, два последних остались, я сейчас их прокачиваю. И сейчас, походу, последнюю волну мы пройдем, и все, и изи. И ГГВП, ребят. ГГ, GG. Так, вот это все мы нафиг прокачали, надо... всех перепроверить, а вдруг у меня кто-то есть не прокачан. Пятый. Вот эти все ребята вроде бы да. Все, у меня максималка. У меня, ребята, максималка. Всех я прокачал. Хорошо. Ну все, теперь у меня денежка копится просто даже не знаю ни на что. На что точнее. Босс. Все, последняя волна. На последнюю волну дают 100 минут. Ого. Так, первый ушел. Второй ушел. Третий ушел. И еще вот этих два нубика остались. И только босс, и все. И этот досвидос. Этот досвидос. Музончик крутой. Очень нравится, такой заводной. 5000 ушло. 10000 ушло. Осталось 45 тысяч, ребята. И все, и босс. Блин, что-то мне кажется, что он проберется. Не, ну если сейчас смотреть. Машинки, вы куда? Оу, тихо. Посмотрите, какой длинный путь ждет босса. Он стопудов не дойдет. Воу, как он всех станет. Смотрите, всех застанил. Лол. Так, ну у него уже 22 тысячи ушло. 17 тысяч осталось. Ой, какие 22 тысячи ушло? Больше 30 тысяч ушло уже. Больше 40 тысяч. Смотрите, как он быстро тут... Ого, рассыпается. Все, 1000 осталось. Все, ребят, изи. ГГВП. Мы прошли 40 волн, наконец-то я на видосик прошел полностью игру. 280 монет, это за обычный режим, точнее обычную сложность. Я теперь понимаю, почему мы там не до конца дошли на эксперте. Не на эксперте, а на какой-то там сложности перед экспертом, перед максимальной. И нам дали не за полную версию, ну не за полную пройденную игру, нам дали 360 монет. Короче, ребят. Вот такой вот видосик. С вами был
Гуф-гуф и подписчик мистер Зимус. На этом я с вами буду прощаться. Всем пока, ребята. Всем бай. Bye.